Хотим передать привет Вологде. Последний день. Какие-то сорты постреляла хорошо, какие-то хотела бы лучше. Да. Обязательно буду скучать. Ага. Мне очень нравится Ижевск. Я первый раз в Ижевске, но мне очень понравилось. На этих соревнованиях хорошие старты, я была довольна финалом. Также были ошибки, но я еще не совсем решила, как я их буду исправлять, но обязательно исправлю. Показала, конечно, свой, так скажем, максимум. Я недовольна. Конечно, буду, но я еще на январский Ижевск приеду, поэтому есть еще возможность показать результаты. Скучать. Ну что, мы потом увидимся скоро опять на других соревнованиях со всеми. А сейчас нужно приехать домой и работать над ошибками. В целом старт неплохой. Ну, ошибки были, выводы по ним сделал. И, в принципе, все. Пневматики, вообще все ужасно, все очень плохо. Не ожидала, что будет так, но зато МК. Очень. Прям во снах снится будет. В принципе, нормально. Заняла второе место на МБ-60 лежа. Ну, в принципе, достаточно на этом. Есть куда стремиться, есть над чем работать. Вполне понравились данные соревнования. Как проводились финалы, каждый раз на них была, очень понравилось. Рекорды есть, мастера выполнила. Последний старт можно лучше. Ну, потому что тут очень много людей, кто приехал с МК и стреляли. И очень много смен, которые заканчиваются очень плохо.